Ивановича Чернышова Марине Юрьевне Чернышовой. Дорогие пожарные, дорогие спасатели, дорогие члены семей погибших воинов наших защитников, дорогие гости, герой России Евгений Николаевич Чернышов, при жизни ставший легендарным пожарным и имевший самое восхитительное, самое высокое и самое почетное звание среди профессионалов – тушило. Но не только. Из-за любви к спорту, из-за умения и проявления высоких результатов в беге, плавании, горных лыжах, любви в бане, в прорубе, фитнесу, футболу. Многие коллеги, ветераны пожарной охраны знают, как эти виды спорта Евгений Николаевич любил. И, конечно, его также наградили почетным званием спортсмена. Я сегодня вышла не случайно с рюкзаком на сцену, хотя мне хотели освободить мою спину. И если кто-то присмотрится, здесь написано 5-й открытый фестиваль кадетских классов и школ имени Героя России Евгения Николаевича Чернышова. Мы проводим уже много лет этот фестиваль. Огромное спасибо всем участникам и организаторам этого фестиваля, Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, Техническому пожарно-спасательному колледжу имени Героя России Владимира Михайловича Максимчука, школы имени Героя России Евгения Николаевича Чернышова, Московскому колледжу «Инфолайф» и, конечно, всем участникам Москвы, Липецкой области и Байконура. Почему я об этом говорю? Да потому что наши ребята участвуют во всех программах спортивных. Потому что они участники школы безопасности, проводимых на разных площадках. И сегодня в этот прекрасный, чудесный, солнечный, наконец-то, солнце появилось день, я хочу приветствовать всех пожарных, всех спасателей, всех спортсменов, пожелать им хороших, крепких результатов, победных очков, и сказать, что мы все вас очень любим, очень вас поддерживаем, всегда душой с вами, где бы вы ни находились, при каких-либо испытаниях. Конечно, пожелать вам всем здоровья, благополучия, мира, стойкости и, по традиции, сухих рукавов. Спасибо. Финальный этап открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, на кубок председателя комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, кубок МЧС России по боксу, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, и первые соревнования по пожарному футболу прошу считать открытыми. Пожарное дело от вас.
концерт в исполнении Ивана. Типа Вью. И в этом году отметит свой 20-летний юбилей строю московского гарнизона пожарной охраны. Корабль предназначен для доставки пожаров, а также для тушения пожаров на акватории и прибрежных объектах. Карабаненко, опытный судоводитель, работавший в гражданском флоте, неоднократно от нуля является возможность подачи неограниченного количества речной воды в больших объемах и на значительное расстояние от береговой линии. Московский.
участникам первого забега, напоминаю, первая дорожка команда пожарно-спасательного центра номер 204, вторая дорожка команда Московской области. Напоминаю. И боевой расчет. По команде стартера весь состав надевает боевое одежду снаряжение и проводит боевой разъем автомобиля. Установка возбуждения и подача двух стволов с помощью компьютерного способа. Подробная лестница в окно. Переведена за учебную башню и с помощью штурмовой лестницы в окно 4-го этажа учебной башни. Также производится забор вовлечения источника заборной группы. Дорожка Главного управления МЧС по городу Санкт-Петербургу, вторая дорожка специальное управление СОПС номер 3 МЧС России. Напоминаю, по условиям наших соревнований боевой расчет в составе 6 человек надевает боевую одежду снаряжения. И после этого приступает к боевому развертыванию. Переносятся ручные пожарные лестницы. Выдвижная лестница устанавливается в окно третьего этажа учебной башни. Прокладывается одновременно на два рукава, устанавливается разветвление. И боевой расчет поднимает этаж учебной башни. Идет у нас, работает электронный хронометраж, обратите внимание. Принимает сводчик по первой дорожке, четвертый этаж, со страховкой обязательно, 60-40 секунды. Спасибо, ребята, закрываем. Они по ложке зачерпнули, и все, они же на тарелку сжали. На столе был МЧС России, в составе 13 полевых кухонь. Да, да, чертова дюжина пожарные гарпами. Все, да? Так, дальше. А, закрывай. Мы удивимся, там ассортимент. А где у нас еще? Да, чай. Кстати, тем, кто за рулем, не простой капуст, да? Абсолютно точно. Со свежим. И люди разные, разные блюда. Но при этом они работают в одной команде. Совершенно верно. В команде Московского пожарного спасательного гарнизона. И Главное управление МЧС «Ратужная команда». Уважаемые гости, я попрошу вас сейчас отойти от стола. Да, у нас нет предпринимателей. А? Ребята, все ближе и ближе к финальному заданию. Да. Я не буду наших замечательных специальных гостей. Итак, город Санкт-Петербург.
приступили к приготовлению пищи. Это судак. Да, это судак. Такие подавления. Да. Вы когда вкладывали, вы прям не могли сходить, такие поглядывать. И, по-моему, цели были их понятны. Мангушечки, греночки. Здравия желаю, товарищ министр Российской Федерации, Юго-Восточный административный округ. Вашему вниманию предлагается использовать русскую куклю. Можно, да, вот немножко сзади? Это вот шеф-повара. Жарское, старорусское ушное. Мы вам потом предложим, обязательно ложечкой обедаю. Первое блюдо у нас щи пожарные с дымком. Из башенной капусты. Второе блюдо у нас каша из топора и пожарного рукава с копченым стримом по-костромски. Ну и напиток квасок с изюминкой. Поэтому разрешаю, сейчас мы сейчас все это приготовим и отпустим, и попробуем, а потом сказать, вкусно или нет. Да, еще хотел бы добавить, что все, что здесь, приготовлено вот в этой русской кухне. Это печь, на самом деле, это военная кухня пожарной части сделана. Поэтому не в ресторане, все здесь. Решите один. Медведь тоже нас. Вот я про этого медведя говорил, что я его видел. Да. Слушайте, а медведь ручной настоящий? Так точно. Так точно. Поэтому предлагаю вот есть. Если уж совсем по-русски, можно... И, по-моему, нет возможности обжечься, да, Игорь, получить ожог. Да-да-да. У меня у бабушки в деревне такие ложечки были. Александр переживает, что у вас... Это верхняя планка. Нет, ты работаешь. С собой можно? С собой? Так, а у вас изюминкой, пожалуйста, ответите. Серега, это нельзя за руль. Ребята, ну вы молодцы, у вас прямо и презентация очень невероятная, и медведя где-то живого нашли. Да, у вас вкусная, молодцы. Спасибо. Да, здесь суп, правильно. На здоровье. Интрига сохраняется, страсти накаляются, никто не знает, кто это будет, кто здесь не описан. Судьи могли ошибиться, назвать какое-нибудь другое подразделение. Итак, дипломом награждается команда, занявшая первое место в смотре конкурсе полевых кухонь кулинарный поединок МЧС России. Управление по юго-восточному... Управление этого поединка. Медведь бежал.